блядь, горит, понимаешь? У меня все время горит что-то захуячь. И причем горит уже год. Буэнос-Айрес, приветствую вас в гостях у природной сказки. Сегодня пришел вот в гости к своему другану и обнаружил у него такую вот красотищу. Это я когда-то давно клеил, не знаю, несколько лет назад баночку. Аккуратненькая такая баночка из Optivite. Красиво смотрится. Тут хитрая отделка. Тоже это стеклянная отделка. Западлицо с аквариумом. В общем, лучшие мировые стандарты. Сейчас поподробнее расскажу. Фильтра стоят. И а какие, вы суп на Инстаграм делаете? Юбтык, естественно. Главное, в красной строкой. Но это сколько? Это по длине, наверное... 80. 80? Да ладно. Да. Но если я вот отсюда буду снимать, то он будет выглядеть, как будто он вообще 1.5 метра. Вот так. Нет, он 80. 80? 50, наверное, высота. Ты же его клюнул, да? Сам. Наверное, 50 высота. 45. Да, в общем, вот такие вот козырные пропорции. Очень красиво смотрится банка. Клеил Сережа. Клеил Сережа, да. Ну класс, вот засранные лили-пайпы, например, вот это тоже мировые стандарты, наверное. Ну красиво, но сама банка красиво выглядит. Так как вот. Красиво, ты вот, ну, вот сними вот здесь, видишь, как красиво. У меня не увеличивает так сильно. А, ну ты вот пусть люди видят реальное положение дел. Не, ну если вот отсюда смотреть, то уже... Да не видно. Да, уже не всяк, уже красиво. А это вот мох какой-то хитрый, да? Это не необычный. Хитрый, да. Так его и назовем. Да. А это вот Людвиги у вас такая красная? Да. Супер ред. Какая-то необычная, она обычно с зеленым говном каким-то. Ну, есть много железа и свет нормальный. Вот светильник синий, я его сам делал. Это чехира с серединки. Это которые, слушай, меня постоянно спрашивают про эти чехирос, а я вообще как бы хуй знаю. Это вот не RGB, а обычный чехирос. Но он дорого стоит? 2000 рублей. Я просто его досветил, так он белый получается. А корпус это логиновский? Корпус, да, логиновский. И еще тут эти самые Т5 стоят. Да, без Т5 чехирос полное говно. Но мне светильник очень нравится. И мне нравится. Он светит, главное, красиво. А я еще вверху сделал вещь. Он выдувает. Mm. Такое охлаждение. Да, и к потолку, смотри, все это приштырено. Красиво. Это вот газ у вас. А, вот, смотри, слушай, сделай еще раз так отделку. Вот это я вам тоже категорически рекомендую. Во-первых, смотрится охеренно, потому что тут западлицо. Да, дешево очень. И очень дешево, вот, да, ее сбоку, если снять. Оно красиво, все в одной плоскости идет, по-другому выглядит. Единственное, эти магниты должны стоять снутри, чтобы это было вот так. Ага, но это надо их... Ну, у меня клей есть, я боковые уже сделал так, а эти я часто использую, поэтому лень. Да, ну, показывай, что внутри. Внутри все очень просто. Стоит баллончики. Потом Михеем фильтр полностью на пластик. Вот эти хорошие фильтры. Керамикой. А стерилизатор нужен, да, вам? Стерилизатор я включаю раз в час утром. Нахрена? Не знаю просто. Все, больше ничего тут нет. А, вот этот редуктор у вас модный, Nature Aqua. Да, питерская конторка. Блять, ну что ты не фокусируешься, а вот. Все по-простому. По-босяцки, чисто по-босяцки. Ну, по-босяцки, да. Но оно все надежно. Блять, а почему так много розеток-то? Я не знаю, Серега. Так получилось, я тоже смотрю, думаю, вроде не должно быть. Это же тацинкус, да, сидит? Да. А еще вот прикольная штука. Вот, это скиммер с ваших морских аквариумов. Вот с него здесь получается пленка, да? Да. А вот эта штука стоит 1500. Она сансановская, я покупал уже на Алиэкспресс. И она убирает всю вот эту. Но есть, блядь, как-то Иста, по-моему, называется. Они тоже выпускают. Там оно в одном как бы флаконе и заборник, и сверху скиммер. Да, я смотрел, мне не понравилось. Это прикольно, что ли. То есть он отдельный прибор, да, такой, да, получается, ставится. Ой, там что, помпа течения стоит? Да. Не справляется и Хейм с таким объемом. Не выкачивает.
А грунт у вас, ну, модный, само собой. Да, конечно. Амазония, да? Ну вот, у меня тут мешочек лежит этот сейчас. Ну, в общем, да. Угу. Вообще, я запускал этот аквариум, чтобы попробовать и потестировать и грунт, и посмотреть растения, какие как растут. Я уже тут половину растений выкинул, половину оставил. Мне очень не нравятся многие. Вот смотри, например, вот это растение, это ротала. Эректус. Угу. Ротала вообще, это беспардонное говно, которое засирает весь аквариум. Почему она быстро растет? Типа? Она очень быстро растет, она пускает огромные корни, чтобы ее выдрать потом. Кошмар. А вот это вот растение, я не знаю, как это называется. Это, по-моему, перистолистник какой-то бразильский, что ли? Да, ну вот он, смотри, он растет намного медленнее и намного красивее. Ну, элегантнее, да. Элегантнее, да. А еще вот я вижу, подсветка есть. Да. Немного цыганский синий, наверное, лучше посмотрелось, нет? У меня на пультике батарейки нет, поэтому по дефолту цыганский синий. Ну, красиво. Ну, слушай, я дом буду запускать, так что еще там посмотришь. Дом-то будет с хардскипом, все дела. В общем, вот такие дела. Этот мой друган, он занимается, ну, оформлением акваскейпа. Если вам понравилось и вы хотите такую же телегу замутить, ссылка будет прямо под роликом в описании на Инстаграм. Вы сможете посмотреть там всякое. В общем, до встречи в новых видосах тогда. Подписывайтесь, пишите там комменты. Покедова.